Омские хирурги сделали уникальную операцию новорожденному ребенку. У девочки был порок пищевода, она не могла питаться самостоятельно. Раньше младенцев с такой патологией омские хирурги могли оперировать только открытым способом. Приходилось делать большой надрез, из-за этого были осложнения, а у детей оставались шрамы. Теперь медики используют так называемую тороскопию, делают 3 прокола и используют специальные инструменты. В итоге у ребенка остаются лишь небольшие швы, а спустя пару недель он может питаться самостоятельно. Первую пациентку, месячную Соню, которую прооперировали с помощью такого метода, уже перевели в терапевтическое отделение.